В Нефтеюганском районе для вахтовиков и транзитного транспорта закрыли поселок Пойковский. Такие меры здесь приняли в целях профилактики и нераспространения коронавируса. Постановление накануне подписала глава Нефтеюганского района. Ограничения действуют с 9 утра до 9 вечера. На въезде в Пойковский дежурят патрули ГИБДД. Отмечу, с начала недели в Нефтеюганском районе диагноз COVID-19 подтвердили у 62 жителей. Физический проезд в поселок открыт. Но на въездах в поселок дежурят экипажи ДПС. Они контролируют въезд именно, чтобы не проезжал вахтовый транспорт, вот эти вот автобусы и все остальное. Вахтовики у нас бывают с месторождения, приезжают на вахтовых автобусах закупаться в магазины за продуктами, ну вот в том плане. И вот этих граждан не будут пускать, именно вахтовые автобусы. Для жителей Пойковского въезд и выезд открыть.